Пятница, 8 мая. 2 часа назад пришел в комментарий от Андрея Корнеева насчет ссылки. Для тех, кто не в теме, я год назад обещал вот этому каналу снять видос по подкраске бампера аэрографа. Вот машина и небольшое повреждение на бампере. То есть чуть-чуть. Как лучше сделать такое повреждение? Машина вот мой уже вечная, много сколов на бампере, очень-очень много. Если красить переход, к примеру, часть бампера, то лак вот на этих сколах будет очень сильно блестеть, прям будет выдавать каждый скол. Правда, канал называется по-другому, не Андрей Корнеев, поэтому я не знаю, кому кидать ссылку. Так, возьмем. Роман. Сполоснен. Не знаю, как называется канал, но будем Андрею Корнееву кидать ссылку. Поэтому как бы анонс видео, которое я буду снимать чуть позже, поскольку у меня сейчас Audi подвисло. Вот я взял аэрограф. Надо его почистить будет как-нибудь. За май, я думаю, видео сниму. Главная проблема, у меня сейчас нет бампера под рукой цвета снежной королевы, поскольку у меня краска снежка валяется уже лет 10, наверное, уже, или сколько, я уже не помню, когда 21-14 красил на продажу по схеме перекуп. Но все сделал четко, даже самому понравился, поскольку я никогда с аэрографом не связывался, просто достался, так скажем, одному человеку, взял попользоваться. Ну и сделал машину на продажу. Отполировал, все было четко. Так, данный аэрограф буду подключать также к компрессору для подкачки шин. Качал я, точнее, красил я таким же, но в другом корпусе. Щетки на нем сгорели, поэтому я за 500 рублей купил в Ашане вот такой. Производительность 12 литров в минуту. Правда, он греется как паровоз, особенно вот этот штуцер. То есть стопы будем подключать через шланг аэрограф компрессор, уже будем красить. Сейчас я найду где-нибудь на помойке кусок бампера, уже думаю, через неделю я где-то буду снимать видео. Поэтому это как бы анонс видео и ответка Андрею Корнееву, что я не забыл про свое обещание. Все остальное будет позже. На этом я видео заканчиваю. Всем пока.